Друзья, рада вас приветствовать из нашего садового центра Гринвиль. Вы уже знаете, что у нас с 1 июля стартовала сезонная распродажа растений для открытого грунта. Очень большое количество растений можно у нас найти по приятным ценам, по очень выгодным ценам. Благородить свой сад, свою дачу украсить и так далее. В эту категорию входят у нас как цветущие растения, так и декоративно-лиственные и хвойные. Мы сегодня хотим провести виртуальную экскурсию по нашему садовому центру и как раз показать вам все акционные позиции. Сегодня мы максимально покажем вам акционные позиции, чтобы заинтересовать вас и чтобы, может быть, вы для себя нашли что-то интересненькое, или что вы давно уже хотели или искали, и приезжали к нам в гости, приобретали необходимые для себя растения для благоустройства вашего сада. А я напоминаю, что мы находимся по адресу город Новосибирск, Северный проезд 9. Приезжайте к нам в садовый центр. Любуйтесь растениями, гуляйте по нему, наслаждайтесь видами и приобретайте для себя любимые растения. Плюс у нас очень приятная акция в июле действует. При заказе на сайте от 1000 рублей будет бесплатная доставка в черте города Новосибирск. Это очень выгодное предложение. Вы можете выбрать несколько растений на сайте. Мы подберем для вас самый лучший посадочный материал и в лучшем виде упакуем и доставим до самого дома. Обязательно воспользуйтесь этой акцией, потому что такие акции у нас бывают нечасто. И надеемся, что это будет приятно для тех, кто не может к нам сюда приехать самостоятельно и приобрести, выбрать самостоятельно товар, который его заинтересует. Ну и начнем мы с вами сегодня с цветущих растений, цветущих кустарников. Одна из самых популярных категорий растений цветущих – это гортензия. Очень популярное растение в озеленении сада. И на акции у нас находится сорт сейчас вот по очень выгодной цене. Это гортензия древовидная, Candyball Bubblegum. Сорт древовидной гортензии очень ценится садоводами. Посмотрите, какая она у нас на цвету красавица. Вот здесь мотыльковые стерильные цветки украшают ее. Запах непередаваемый. Пахнет она очень нежно, тонкий цветочный аромат. За это и ценится этот сорт. Вот такой вот нежно-розового окраса и источает нежный аромат. Причем более взрослые растения, они еще благоухают практически все лето до самой осени. И хорошо потом для срезки, например, в зимних букетах используются. Мы сейчас по гортензиям пройдемся немножко подробнее, не только акционные позиции покажем, но и такие популярные, и покажем цветение даже, потому что у нас сейчас период цветения, и гортензии у нас вовсю набирают цвет, и можно даже насладиться их видом внешним, приятным ароматом. Да, вот, например, еще более крупный вариант гортензии, древовидная, вот это Candyball Bubblegum. Здесь она у нас 599 рублей, горшок 12 сантиметров в диаметре. Посмотрите, какой крупный соцветие, какое большое образует. Еще один популярный сорт гортензии. Здесь у нас метельчатая гортензия или паникулята. Это сорт Limelight. Очень красивый цвет, нежно-фисташкового такой оттенок у него. Плюс к осени сам окрас лепестков становится нежно-розовым. Преимущество вообще гортензии выращивания в саду – это то, что их окраска меняется в течение сезона до невоображаемых каких-то оттенков. Они могут стать фиолетовыми, бордовыми и так далее. Все зависит от сорта. Но вот именно вот эта изменчивость окраса очень привлекает многих садоводов. Плюс огромные шапки из соцветия, которые обрамляют весь куст, очень радуют внешний вид. И этот мощный такой вот куст образуется, который привлекает внимание вообще любого человека, привлечет. Данный кустик у меня в руках стоит 539 рублей, цену я называю оптовую. При заказе на сайте, кстати, цены будут оптовые у вас уже автоматически, поэтому воспользуйтесь этой возможностью обязательно. Еще один очень эффектный куст гортензии, метельчатый, это сорт Фантом. Фантом считается мега популярным
среди садоводов, потому что окраска у этой гортензии меняется в непредсказуемом направлении, она может измениться до фиолетовых, лиловых немножко оттенков, темно-бордовых, красноватых и так далее. То есть мы не знаем, что к осени нас ждет в итоге. Ну, сейчас вот она вот такого нежно-молочного окраса, вся на цвету, очень вкусно она пахнет, такой медовый тонкий аромат у нее. Можно не бояться высаживать даже сейчас в июле такие растения. Главное сохранить корневую систему у пересаженного растения. А так как у нас растения выращенные все изначально в горшочках, то они имеют полностью оформленную корневую систему. Вот можно посмотреть даже сформированное, без различных каких-то вправлений, патологий и так далее. И поэтому приживаемость у таких растений практически 100%. При правильной агротехнике, посадке растения прекрасно приживаются, даже сейчас, в летнее время. Единственное, что необходимо будет сделать, это первые несколько дней притенять ее, особенно от палящего зноя, и обильно поливать для того, чтобы прирослось. Прирост уже корневой системы начинается через неделю после посадки. Поэтому не бойтесь сейчас приобретать растения, даже в июле можно и нужно их садить. Метельчатая гортензия Бобо на акции у нас в размере 50 сантиметров высотой, объемом горшка 2 литра. Она сейчас тоже у нас на цвету, посмотрите, какие очень шикарные соцветия. Нежнейший цвет, практически белоснежный у нее оттенок. Это карликовый сорт, он не вырастает выше 70 сантиметров в высоту. Лист у нее не крупный, такой слабо красноватые сами по себе побеги. И к осени, где-то в сентябре, сами соцветия становятся нежно-розового оттенка. Сорт прекрасно подходит для контейнерного выращивания. Напомню, цена по акции 899 рублей. Очень симпатичная гортензия Wim's Red. В конце сезона она становится насыщенного красного винного оттенка. Сейчас она беловатая. Вот такие вот крупные стерильные цветки обрамляют у нее соцветия для привлечения насекомых. Очень эффектно она смотрится в групповых каких-то посадках. Куст образуется крупный у этой гортензии. И вот именно сам окрас, насыщенно винный, очень привлекает многих садоводов. Кстати, запах тоже легкий, медовый аромат у нее есть. И она, кстати, прекрасно подходит для составления зимних букетов и для зимних каких-то композиций. Продолжаем обзор наших акционных товаров, которые у нас сейчас на сезонной распродаже в садовом центре в нашем. На очереди у нас цветущий кустарник, это форзиция, сорт Микадор, вот такой. В таком виде она сейчас находится. Форзиция у нас цветет очень рано весной. Если вы не знали, до распуска еще листьев она покрывается, все стебли буквально покрываются ярко-желтыми лимонными цветками, которые очень эффектно смотрятся на фоне еще даже не растаявшего снега буквально. И вот этой вот не покрытой травой и землей. Смотрится как будто такой огненный куст. На акции вот такой вот куст сейчас у нас этого сорта стоит 193 рубля. Цена подарочная, и растет она очень быстро. То есть буквально за 2-3 года она может в разы увеличиться в размере и образовать очень большой, плотный, такой вот хорошо сформированный куст. Она хорошо поддается стрижке, формировке, и можно из нее делать живые изгороди даже. Но вот то, что весной она смотрится очень эффектно, это тоже ценится садоводами. А еще одна форзиция на акции, сорт Weekend. Тоже также она цветет ярко-желтыми цветками. Единственное, что предыдущий сорт Микадор достигает высоты 1,5 метра, а Weekend 2-3 бывает, да, вырастает до таких размеров. И стоимость данного сорта 299 рублей. Еще один сорт у нас форзиция Mini Gold. Отличается от двух предыдущих карликовыми размерами, компактной кроной. Вырастает он не больше 1 метра высотой, обычно 0,6-0,8 метров вырастает. Также цветет ярко-лимонными цветками в начале весны. Покрывается куст полностью цветками. 299 рублей вот за такой вот кустик.
из цветущих кустарников. На акции у нас находится лапчатка, сорт крем-брюле. Вот такой вот вариант в 9-м горшочке. У нас 399 рублей. Вот здесь вот описание у нас ее находится. Кстати, можно посмотреть, поизучать. И можно цветение вживую посмотреть. Вот дальше у нас более крупные варианты этого же самого сорта. Вот такое вот у нас цветение. Действительно похоже немножко по цвету на крем-брюле нежно-молочного оттенка. Крупный вариант лапчатки в горшочке 3 литра. Это сорт у нас Citrus Start. Яркие желтые цветки. Лапчатка это компактная, она сильно не разрастается в разные стороны, не дает поросль активную в разные стороны и образует такой плотный, аккуратный кустик. 799 рублей. Из декоративно-лиственных кустарников, которые в основном ценятся за счет красоты своих листьев, но они также относятся к цветущим кустарникам, это у нас пузыреплодники или физокарпусы. В руках у меня сорт Little Greeny. Это карликовый сорт, который вырастает не больше 1 метра в высоту. У него мелкий лист, вот такое цветение уже начинается, нежно-розовое. 599 рублей вот за такой кустик. Практически это уже готовый куст для формирования композиции, например. И пузыреплодники подходят идеально для формирования живых изгородей, как бордюр, например. Если вы дорожку какую-то обрамляете, можно несколько кустиков на расстоянии 50-60 сантиметров посадить. Они очень быстро сделают вам такую вот плотную изгородь. И как декоративная она хорошо подходит, так и для функционала, например, защитного от чего-то. Тоже можно ее использовать. За мной на акции у нас находится пузыреплодник сорта Шух коленолистный. Это красный пузыреплодник, их совсем осталось немножко. 239 рублей, ярко-красного оттенка у него. Куст вырастает довольно-таки крупный, очень быстрый прирост дает. В год где-то на 35 сантиметров может вырасти. Поддается прекрасно стрижке, формовке весной. Его можно формировать, как-то делать также живые изгороди и так далее. Еще один пузыреплодник. Здесь уже у нас ярко такого зеленого оттенка. Это сорт Darts Gold. 3 литра горшочек. Тоже на цвету, практически он уже отцвел. Цветение у него такое бежево-розоватое, какое-то немножко желто. И 499 рублей он сейчас у нас на акции. Кустик крупный, вырастает он не сильно большой. И вот ценится за красоту своих ярких листьев, которые потом к осени еще приобретают оранжевый или красноватый оттенок. Пузыреплодник сорт Андре. Здесь у нас в объеме 3 литра по акции 499 рублей. Это краснолистный пузыреплодник, который вырастает до 2 метров в высоту. Очень такой крупный раскидистый куст образует округлой формы. Прекрасно поддается стрижке, из него также делают отличные живые изгороди. Очень быстро он растет и эффектно будет смотреться на фоне любых других растений. Продолжаем наш обзор акционных растений. Мы сейчас находимся рядом с декоративно-лиственным растением. Необычный кустарник – это элеутерокок колючий. Здесь у нас диаметр горшка 2 литра, высота где-то метр. И стоимость по акции 529 рублей. Элеутерокок – это кустарник, который достигает высотой до 2 метров. Это вообще лекарственное растение, и из его плодов делают настойки. Но в основном ценится он за счет такой симпатичной листвы, яркой, зеленой, насыщенного такого сочного цвета летнего и необычного вот такого вот листорасположения, чем-то похоже на виноград пятилисточковый. Растение само по себе декоративное очень. Так, на акции у нас находится айван, камео сорт, объем горшка у нас 2 литра. Вот такой вот горшочек. 619 рублей, крупное растение. Айва у нас плодоносящее растение, плоды можно использовать в пищу,
Они не крупные образуются, но довольно-таки полезные по своим питательным свойствам. Вырастает кустарником и небольшим деревцем. И тоже смотрится декоративно в наших условиях. Очень красивая сирень. Также у нас представлена на акции. Сейчас сезонная распродажа действует это и на это растение. 3599 рублей. У нас сорт Sensation или Сенсация. Объем горшка 20 литров. Это вот такой вот приличный кустик уже. Сорт очень декоративный. У него сиреневый цветок с белой каемкой. Смотрится очень интересно, необычно. Сам по себе сорт так популярный и оригинальный. И вырастает она где-то до 2 метров в высоту. Ну, сирень это у нас любимейшее растение. Оно цветет весной. Очень ароматное, пушистое. Мадам Казимир, 3399 рублей. Также на акции представлено. Тоже красивое, эффектное, с розовато-сиреневое цветение наблюдаются пышные. Популярный сорт Moscow Full Beauty, красавица Москвы. Можно посмотреть в описании. Здесь сами по себе соцветия густо-махровые, цветки махровые, нежно-розового оттенка, которые немножко изменяются до такого слабо-красноватого оттенка. По стоимости 3399 рублей. Ну, кустики довольно-таки уже крупненькие. Так, и еще один сорт у нас на акции. Это Мишель Бюнхер. Такие кустики 3399 рублей. Тоже розоватого оттенка, такая интересная, необычная сирень. А еще один сорт сирени, который у нас на акции, это Чарльз Джоли. Сирень классического оттенка, лилово-розоватого, стоимостью 3399 рублей также. Из плодово-ягодных культур у нас на акции представлены яблоньки. Три сорта, сейчас мы ознакомим вас с ними. Сорт Уралец, здесь у нас саженцы трехлетние, уже крупные, сформированные, довольно-таки высокие. Сорт Уралец достигает вообще дерева в высоту до 8 метров, но это во взрослом уже состоянии. Хорошо зимуют в наших условиях, и тип яблок по типу ранет, то есть у них максимальная масса яблок составляет 60 грамм. Вкус приятный, кисло-сладкий, немножко такой пряный, медовый чуть под, ближе к концу созревания, они такие медовые, прозрачные становятся. И срок созревания у них ранний, то есть уже в середине лета можно начинать собирать первые плоды, если вы любите яблочки с кислинкой. Стоимость горшка 7-литрового саженца трехлетнего 998 рублей. Так, давайте вот это. Тамбовская у нас яблонька на акции. Тоже трехлетний саженец. Здесь уже сформированы скелетные стебли уже. Довольно-таки раскидистые идут веточки в разные стороны. Тамбовская яблонька – это яблоня осеннего срока созревания, то есть уже в конце августа или сентябрь, даже до октября могут плоды созревать. А яблочки крупно, среднего размера, не сильно крупные, до 140 грамм. А также имеет приятный винно-фруктовый привкус и тоже пряный. Еще одна яблоня, которая у нас представлена на акции, это сорт Кальвель Орловский, тоже трехлетний саженец, диаметр у нас горшка 7 литров. Она сам по себе невысокая, даже можно посмотреть с предыдущими в сравнении сортами. Куст компактный, максимальная высота у него достигает 4 метра, но в среднем она где-то 2-2,5 метра. Масса плодов до 150 грамм достигает. Этот сорт осеннего срока созревания тоже, но первый урожай можно снимать уже в конце августа. Яблочки приятного вкуса, кисло-сладкие, тоже пряные, немножко с таким медовым привкусом. Малина. Представлена на акции сортовая Бонбери Ями. Это у нас суперкарликовый сорт, который подходит для выращивания как контейнерное в открытом грунте и, например, для балконного выращивания в закрытом пространстве. То есть
куст достигает у нас максимальную высоту 7 сантиметров, густо хорошо плодоносит довольно-таки обильно. И можно его оставить зимовать в условиях балкона, например, при этом либо в зимнем саду, либо в прохладных условиях, например. Тоже прекрасно будет себя чувствовать. 299 рублей данный сорт. Можно, конечно, как контейнерный выращивать в открытом грунте, повторюсь. Так, еще одно растение, актинидия колоникта, аргута кенсред, вернее, 239 рублей. Вот такая вот у нас красотка. Это у нас женский сорт, знаете, что, наверное, актинидия. Это растение, другому еще называют киви. По типу киви плодики образуются. Или крупный крыжовник, можно так сказать. Это лиана очень мощная, которая быстро заполняет свое пространство, быстро по опоре прорастает в разные стороны. И для того, чтобы плодики у нас образовались, нам нужен опылитель обязательно. Именно вот Кенс Ред, это женский сорт, нужен опылитель Адам сорт. Так, в горшке 9 сантиметров диаметр 239 рублей. И более крупный вариант, также у нас на акции 299 рублей. Ну, здесь уже совсем такие мощные кустики. Они уже начинают у нас тут прикрепляться к другим растениям. Вот такие вот побеги образуют. Мощные. А стрижку можно не производить, давайте свободный рост, и она будет очень быстро разрастаться. Из травянистых растений на акции у нас находятся злаки. Это пенисетум. Пенисетум лесохвостный сорт Viridescens. 239 рублей. Давайте я вам покажу, какая у нас тут кучка из листочков таких вот ланцетных длинных. Пенисетум. Интересное растение злаковое, которое при цветении образует такие метелки, похожие на лисьи хвостики. Отсюда и название. Из декоративно-лиственных кустарничков у нас на акции представлен барбарис, сорт Пау-Вов или Пау-Вау. Это барбарис колоновидный, зеленый. Немножко у него прослеживаются такие пестринки белые на листьях. К осени он становится красноватого оттенка или оранжевого. Достигает высоты где-то до 1,5 метра. Тоже прекрасно подходит для создания живых изгородей, например, и для украшения каких-то аракариев, каменистых горок и так далее. 539 рублей. Кизильник блестящий, или катаниастер еще по-другому. 459 рублей. На акции у нас также находится вот в таком вот размере, довольно-таки крупный уже кустик. Прекрасно подходит для создания живых изгородей, потому что очень быстро разрастается, неприхотлив, очень хорошо поддается стрижке, хорошо у нас зимует и быстро восстанавливается при различных, например, каких-то повреждениях, например, от зимы или от выпривания. Кизильник гибридный, еще одна разновидность, сорт Coral Beauty, чем-то похоже он на брусничку у нас. Активно плодоносит, очень ценится за декоративную листву, такую глянцевую, и за цветение. Цветки у него белоснежные, ароматные. Стоимость его по акции 159 рублей. Такой кустик. Еще одно необычное растение. Сейчас на акции представлено у нас падуб Мизерва Blue Angel. Это у нас гибридное растение из падуба европейского и корейского. Декоративность высокая ценится за счет листьев своих, они такие колючие, глянцевые, плотные, и плюс еще при плодоношении образуются ярко-красные ягоды. В основном на Рождество используются в качестве различных композиций, какие-то для украшений. Ну и просто можно как срезанное, например, растение в срезке, будет прекрасно там стоять, долго радовать. Стоимость горшочка в 5-литровом объеме 1449 рублей. А переходим к хвойным растениям. На акции у нас сейчас находится микробиота дегустата Карнавал. Это интересное хвойное растение из семейства кипарисовые. Достигает оно высоту максимум 1 метр, но ценится за свою интересную окраску. У него разные окраски листьев, вернее, хвои
на одном растении. 199 рублей вот за такой вот кустик. Можжевельник обыкновенный, гринкопит. В объеме горшка 2 литра, 1199 рублей. Это у нас карликовый, сланниковый можжевельник, который расползается по земле. Он невысокий и больше подходит для формирования таракариев, каменистых горок, для заполнения пространства именно по поверхности почвы. Можжевельник обыкновенный, сорт Репанда. Можжевельник, который имеет очень мягкую хвою. Тоже невысокий по габаритам в своем, больше сланниковая форма, 179 рублей. А также можжевельник Репанда, только более крупного размера, диаметра, объем горшка 2 литра, высотой 20-25 сантиметров, 1199 рублей. И Стуй на акции. Находится у нас Стуя Golden Smaragd. Это золотистая туя. По стоимости 299 рублей. Крона узкоконическая, имеет золотистые оттенки. Туя западная Давид. Чем-то схожа с туей Даникой. Также на акции оно находится за 319 рублей. Образует шарообразную форму кроны высотой до 80 сантиметров. Туя западная King of Brabant. 259 рублей, горшочек 9 сантиметров диаметров. Туя западная Brabant Шар, сформированная вот такая сферическая туйка у нас, 7998 рублей. Объем горшка 30 литров и высота у нее 1,10 м. Также прекрасно подходит для композиции каких-то созданий, для оформления входной зоны. Туи на акции крупномерного плана у нас начинается от объема горшка 3 литра. Здесь у нас Brabant западная, 1199 рублей, высота 8 сантиметров, такая крупненькая. Далее сорт Колумна, 1499 рублей, туя, которая имеет колоновидную форму, плотную, компактную, симпатично смотрится в виде живых изгородей, например. Вот она в более крупном варианте, также на акции Колумна, сорт 3998 рублей. Такая стройная туйка с красивой, приятной хвоей. Далее сорт Yellow Ribbon на акции у нас 2998 рублей. Это золотистая туя, у нее также приятная хвоя, она немножко ажурная кажется. И здесь объем горшка у нас 20 литров. Туя западная Smaragd, 3998 рублей. Туя классическая, самая обыкновенная у нас, любимая всеми, популярная. Объем горшка 10 литров. Так, Smaragd в горшке 20 литров, высота уже 50-160 сантиметров. Тоже сформированное красивое конусовидное дерево. Смарагд 108 сантиметров идет, 5599 рублей, объем горшка 20 литров, тоже уже такое довольно-таки сформированное полноценное дерево, которое можно спокойно пересаживать даже сейчас, летом. Так, и еще одна Смарагд у нас туя в объеме горшка 25 литров, высота уже до 2 метров доходит у нее. Переходим к Брабантам. Высота 210 сантиметров максимальная у этого вида. И объем горшка 25 литров, 5998 рублей. Очень красивая туйка. Смотрится очень симпатично. Из елей на акции представлены сорт Колумнарис. Такая вот узкоконическая ель. Стоимость 7998 рублей, объем горшка 25 литров. Еще одна ель, сербская, Леоморика. Здесь у нас идет высота 140 сантиметров максимально, 2899 рублей, объем горшка также 25 литров. И ель обыкновенная Акракона,
в объеме горшка 20 литров, высота максимальная 120 сантиметров достигает, здесь разные вариации, 7998 рублей. Ель колючая, супер грин, объем горшка 2 литра, 850 рублей. Завершаем наш видеообзор. Акционная елочка, это сорт супер грин, здесь у нас она идет в 5-литровых кашпо высотой до метра, вариации тоже разные, от 87 метров, 899 рублей по акции. Здесь ее целая поляна, прекрасно подойдет для украшения вашего сада. Спасибо большое, что были с нами в эти минуты. Мы показали вам максимально количество акционных растений, практически прошлись по всем категориям, начиная с декоративно-цветущих, закончили хвойными. Напоминаю, что мы находимся по адресу город Новосибирск, Северный проезд 9. Приезжайте к нам в гости, приходите к нам в наш садовый центр. У нас очень большое количество растений, как акционных, так и любых других растений, которые вам понравятся. Не забывайте про акцию при заказе на сайте от 1000 рублей. Вам будет бесплатная доставка в черте города Новосибирск. А мы желаем вам всего самого наилучшего и до новых встреч!